Итак, добрый день, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и сегодня мы продолжаем играть в The Walking Dead Survival Instinct. Как вы помните, в прошлой части бедный Джесс, стал зомби. И то, это, в принципе, было довольно ожидаемо, потому что в самой первой части его, укусили. Но, правда, наш главный герой про это еще ничего не знал, но теперь, как видите, будет иметь опыт. Ну да ладно, мы с вами прибыли в некий город под таким экзотическим названием, как Фонтана. Давайте проверим, отправляли мы его на задание. Нет. А, да, понятно. Я его поэтому оставил машину в прошлой части, потому что он ничего не сможет делать. И, в принципе, с одной стороны, это была моя вина, что я его с собой взял. Потому что, как видите, от него, ну, толку особо нету. Потому что он слабый. Надо было все-таки, наверное, взять шерифа. А я взял, тут, так скажем, ну, жалко его стало. И оставил, и взял с собой. Ладно, черт с ним, войти в локацию. Да. Остаться у машины. Так. Это место кишит пожирателями. Что-то их здесь привлекает. Так, только для начала давайте-ка возьмем трубу. Потому что, знаете, с револьвером здесь ходить опасно. С одной стороны, и огнестрел, но, как вы помните, огнестрел-то привлекает внимание. Я совсем забываю про этих вот лежачих. Так, вставать будет? Так, слава богу, не встал. А это встает. Так, отлично. По крайней мере, здесь немного потише. Так. Не знаю, как тут насчет намного, немного, но... Пока что... Так, потенциальных противников у нас два. Если еще та лежачая, естественно, вдруг не соскочит. Надо хотя бы того отвлечь. Где он? А, вот он. Я думал, это вот. О, этот тоже. Черт возьми. Немного шуганулся, знаете, от этого вот всего. Так, он там идет на нас, нет? Идет. Только он тупит немного. Ну, я его понимаю. Вот так вот. Лучше их, конечно, всех уничтожать скрытным убийством. Сами понимаете. Так, что это? Сигнальный факел нет. У нас и так с вами, вот посмотрите. Можем еще только два предмета взять, а тут, мало ли. Не знаю, какие-нибудь вкусняшки будут. Ну-ка, что там с тобой? Понятно. Это всего лишь, так скажем, ну не муляж, а уже свое отбыла. Ты. Это вставать надумала. Ну-ка. Вот еще одна. Ничего, сейчас мы до нее дойдем. Так, превосходно. А нет, не превосходно. Один заметил, но я думаю... Блин, я чутко промазал, блин. И я бы сейчас его обошел спокойно, если бы не этот вот столб. Ничего, главное, что сейчас все получилось. И мы не стали обедом. Так, вот еще один. Подождем, посмотрим, как он будет действовать. Понятно, он все-таки решил на нас пойти. Ну, давай, друг, удачи. Удачи, удачи. На тебе. Так. На тебе. Вообще, мне говорили, что походи с этим... с мачете, но, как вы помните, мачете, оно из DLC, а я решил пройти как... Что на этот раз? Я решил пройти... Как бы это сказать-то? Ну, как оригинал, без всяких DLC. Кстати, вон тут две канистры и два ходячих. Ну, в принципе, да. По сути, все равно. Блин, а чего это он? А чего он его пихнул? Так, нет, Так, отбежим. Отбежим. Так, ладно, так еще можно как-то убить. Так, ну, с тобой-то я что, не справлюсь, что ли? Да, легко и просто одолели ходячих. Хотя, не знаю, тут, насколько я помню, уровней сложности в этой игре нету. Вот это вот, конечно, печально. Хотя интересно, если бы я хардкор поставил местами, что вообще бы невозможно было пройти. Ну ладно, забираем бензин. Кстати, как мы с вами как только не тратили бензин, все равно это как-то, как бы сказать, расход не оправдывал, можно сказать, ожидаемого. То есть ожидалось вообще, по сути, ожидалось что? Ожидалось, что мы остановимся в каком-нибудь там тихом местечке и с вами... Оброем его, так скажем. Так, зомбиха.
Спасибо фоновой музыке. Как она меня заметила? Ах, да, точно. Я же забыл. Тут же зомби, если долго стоять на месте, могут учуять. Вот это, кстати, немного реалистично. Ну, в какой-то мере. Отлично. Так, какого-то черта сейчас игра на 26 FPS опустилась. Я не знаю почему. Надеюсь, на видео все будет нормально. Потому что раньше помню... Ну, вообще, всегда, как я только во фрапсе не выставлял FPS, все время игра шла на 30 и не больше. Но при этом кадры двигались вообще просто сверхбыстро. Эй, иди сюда. Смотрите. Где ты, Мэрл? А где он, кстати? Так, у нас появился новый квест. Найти новую машину. А, нет, найти ключи для новой машины. И тут зомби, блин, повсюду. Эй, бро. Как тебе шумно убить? Черт. Урод. Так, остальные ничего не заподозрили. А вот, блин, нет, не вставай. Так, этого привлекли, ну ладно. Там еще, кстати, кто-то в магазине или в заведении подобного рода был. Так, кстати, надо закрыть на всякий случай. Чтоб со спины не подбежали. На тебе. Так. Знаете, я уже так вот, можно сказать, немножко освоился. И вот теперь могу уже спокойно... По крайней мере, одного выносить могу спокойно. Двоих не знаю. Ну, двоих мы с вами вынесли, а вот троих... Это еще надо подумать. Так. Блин, а там двое как раз-таки. Эй! Иди-ка сюда. Так, ладно. Главное, чтобы один был согрелся, я хотя бы по одному буду выносить. Так, замах. О, черт! Вы посмотрите-ка туда, а там еще... Откуда-то оттуда взялись... Кстати, а кто это там наверху? Вау. Смотрите, а тут небольшие световые эффекты есть. Надо же. Я думал, что на этом движке вообще никаких эффектов. Так, идем тихо. Идем тихо. Смотрите, всех главное манит эта машина. Что ж там такое? Так, тут Дэрил говорит нецензурной бранью на зомби, но... Естественно, своим родном. О, черт! Черт! Ой, черт возьми! Я влип. Ладно, тут, наверное, уже с огнестрела будем валить. На тебе! Так, бежим. Перезарядиться надо бы. Блин, там еще из магазина выбежал. Слушайте, тут можно свой сериал, блин, снимать. Со своим сюжетом. На тебе! На тебе! Ой, а хп-то мало стало, ребята. Кого мы еще там привлекли, а? Оу! Урод! Ну иди-ка сюда, цыпочка. Фух. А нет, еще не... Да чтоб вы были прокляты, ребята, ну... Опять вас трое, да что... Откуда? Откуда вас только? Так, как раз три патрона в обойме. А? Ну... Черт, твою ж! Сколько мы, кстати... Пока что так 8 минут корячимся. Черт возьми. Не, знаете, тут снубил немного. Так, где я остановился? О, да ладно вам, неужто на самом начале? Блин, надо что-то делать, ребята. Я не хочу по новой все это проходить. Ладно, давайте-ка я дойду до того места и продолжим запись. Ну что ж, я тут немножечко, так скажем, помучился с этим моментом. И то еще его даже не прошел до конца, как видите. В общем, что тут второй заход, так скажем, дался не очень хорошо. Потому что я успел при этом потратить парочку пайков. Стой смирно, блин. И при этом иногда еще оттуда вас сзади. Ну как, я загонял всех за это, закрывал, а еще какого-то черта сзади появлялись они. Не знаю откуда, но знать не хочу. Надеюсь, те, кто был в магазине, я их уже зачистил. Надеюсь, что это последнее. Так, сначала проверю этого быстренько. Так, это дохлый. А ты, с тобой я еще справлюсь. Вот так вот. Так. Эти вот не идут на меня? Вроде не идут, но лучше пойти туда. Так. Не знаю, идут, не идут. Блин, а там еще у входа были. На тебе. Да на тебе. Так, еще одного согрел. Точнее, еще одну. Откуда вас столько? Я думал, что вас меньше будет. Эй, ты! Иди сюда.
Ой, ладно, я его быстрее так вынесу. На всякий случай свет включим. Так, у входа не будет никто поджидать? Надеюсь, нет. Так, что у нас тут? Что это за звук? Ах ты ж сволочь! Да что ж, вы издеваетесь надо мной. Да, очередной, так скажем, ничем не приметный городок. Ну, с виду обычный американский. А кишат зомби тут прям вот я не знаю. Так, один встал, я видел. Урод. Блин! Да вы мне сейчас все мои пайки выцегоните. Так. Огнестрелом пока что я еще не пользовался. Я думаю, это все-таки была моя ошибка тогда, что я его использовал. Ну-ка, ты. Видать, это бывший... инженер... Ой, какой инженер? Ну, может, инженер был, черт его знает. Может, электрик, может, еще кто-то. Так, вы, ребята, подохли. Кстати, я почему сюда зашел? Потому что мне интересно, может быть, тут ключи от машины будут? Ну-ка. А, не, нифига. Ну, где-то они должны же быть. Черт, закрыто. Да-да-да, Дэрил, и не говори, так я не за продуктами сюда пришел, где мои ключи от машины, ну или вообще хоть какие-нибудь запасы, а то что, может, получается, я зря сюда пришел? Так, а здесь ничего нету? Да вроде ничего. Надо пошарить тщательней. Так, ты. Ну, он раз тогда не встал, то и значит сейчас не встанет, но мало ли, так знаете, предосторожность не повредит. Так, здесь. Здесь пусто. Ладно, потихоньку двинемся на выход. Твою мать. Ну ладно, с одной я еще справился. Так, у выхода. Черт, их уже чуть больше стало. И смотрите, вон, за забором. К счастью, я закрыл его. Так, стоп. Свет надо выключить. Так, надо спрятаться за тачку. Потому что, видите, вон тот урод. Вроде бы нами заинтересован. А, видите, спрятались так сразу. Но осталось только еще... Я не могу понять, женщина это или мужик. Ну, что-то между женщиной и мужиком там, короче. Так, этот вот не собирается встать. Надеюсь, нет. Да, это женщина, походу. Сейчас увидим. Так, да, это была женщина, и на меня согрелись двое ее кавалеров. Нет, не согрелись. Вообще шикарно. Но мы помним, что там один стоит, поэтому... Как-то нужно это вот... миновать и сзади его подкрасться. Так, смотрите, все они... Блин. Смотрите, вот видите, вот только мы чуть ближе заходим, уже сразу начинает нас чуять. Так, ты нас не видишь, урод. А этого мы обойдем сзади. Так, сзади! Gotcha. А еще этот сзади. Ты ничего не видел. Ведь так? Так, надеюсь, он не откроет дверь. Ну, точнее, ворота. Кого-то я еще слышу. А вот откуда ты взялся? Откуда вы беретесь? Блин, слушайте, надо это убить. Да идите вы. Так, нет, стрелять не будем. Отходим, беги. Блин. Черт, еще двое откуда-то взялись. Так, ударил. Блин, еще в магазине кто-то. Ладно, нет, огнестрел тоже не вариант. Так, где тут хилка у меня была? На тебе. Ну, ладно, этого добьем так. Если получится. Блин, не люблю эту фигню. Она какая-то здесь вот заковыристая. Блин, черт, у нас 4 пайка и напитков. Никогда такого не было. Слушайте, вот уже чувствуется опасность здесь полностью. Так, этого... Ладно, давайте-ка как-нибудь мирно обойдем их. Потому что, знаете, уже надоело все это дело. Зомби, конечно... Вот ты же, ёптель! Хитрый оказался-то. Так, снизу его ударим. Тебя минуем. По-моему, так и должно быть, кстати. Что мы их должны обходить. Ведь так, ребята? О, спереди никого, неплохо. А дверь выбита? Так... Фу, слава богу, здесь дверь, ну, скажем, железная. Ну-ка, что у нас тут? Кто-то стонет?
Неужели в туалете кому-то плохо? Хм, странно. Я думал, что тут кто-то в туалете заперся. Так, тут никто не собирается встать. Ну же. Так, приятель, все в порядке. Мы справимся. Так, какой-то женский голос. Что-то тут не... Так, спасти женщину, запертую в кухне. Да, вот, вижу. А, и один нас тоже заметил. Вот, гляньте-ка, а. Ну, иди-ка сюда. На тебе. Так, что-то их очень много. Кстати, патроны. Со спины можно подойти к ним? Нет, один уже заметил. Ну, или по крайней мере, заприметил, так скажем. Так, отходим от того. Так. Та женщина, походу, помощь запросила, я не увидел просто. Тут сейчас, видите, напряженный момент. Да хватит меня бить! Надоели. Так, больше никого здесь? Странно, а где женщина? А, во, вижу, кажется, ее. Вот, черт, а тут не одна женщина. Так-так-так-так. Оп. А здесь вы меня достанете, интересно? Смотрите, они... Блин, достала. А я думал, не достанет. А, черт, где вы? Иди ты отсюда. Иди вон. Иди на кухню. Ты иди на кухню, ты. Нет. О. Слушайте, я нашел спасение свое. Я буду их лупасить, пока они не подохнут. То, что у меня... Ладно. Эх, блин, как надо я уже эти пайки тратить по пустякам. Слушайте, ей все равно. Так, теперь всех убили? Ну, ладно, с одним я еще справлюсь. Я еще так хвастался, что я приловчился, черт возьми. О, отлично, теперь можно дверь открыть. Так, проведать женщину в кухне. Ну что ж, поговорим. Блин, а там еще мужчина с ней. Ладно, вряд ли получится подкатить. Так, иди-ка сюда. Спасибо. От нас обоих. Его укусили? Не, подстрелили. Какой-то сумасшедший ублюдок палит по нам и машинам. Активируй сигнализацию. Я тащила Ноа сюда. Они последовали сюда. Кто это мы? Вы двое? У нас целая команда. Точнее, была. Мы собираем припасы для местных лагерей выживших. Там есть лагеря выживших? Хм, да. Военные передают некоторым из них оружие, медикаменты. Один большой есть возле лесопилки Cherokee Hills. Все было хорошо, пока не нарисовался этот снайпер-псих и не навел на нас целую толпу кусак. Мы разделились. Нас прижали. Перебили. Я должна собрать своих людей. Один из моих курьеров, Мия, спряталась в кинотеатре через дорогу. Выручи ее, я тебе плачу. Получишь кое-что из того, что тут есть. Полно ништяков, ковбой. Расскажи ей, что тебя послал скаут. Я подумаю над этим. Так, отлично. Нам может что-то перепасть из этого. Блин, а вы посмотрите, кстати, чего тут полно. Так, что тут у нас еще есть? Что-нибудь еще лежит тут? Ну, такого сладенького там. Ну, смотрите, видно, урод тут пёр на них, и... И она его прижучила. А может, еще и до них. Взять бы сковородку сейчас, и как в Left 4 Dead, прикиньте. Так. Ну-ка. А какого черта двери открыты-то? Вот ты ж, блин! Засада! Посмотрите, она дверь выламывает. Как-то мило. Ребята, вы уж скажите, как вы сюда собрались, а? Эй, ты, да, ты. Я к тебе обращаюсь. Урод! Несу руки мне в лицо. На тебе. Смотрите, вот как хотят человеченки. На тебе. Слушайте, они не слишком умные. Ну, это нам... Извините, так, это нам на руку. На тебе. Слушайте, мне даже показалось, что мы ее как-то вот этим вот всем делом взяли еще и об стол башкой шиндарахнули. Хотя, да, похоже немного. Так, теперь как-то надо выйти отсюда. Я боюсь, что на улице их еще больше. Ух ты же, елки, да, я был прав. Ой-ё. Меня, что ли, заметили? Хм. Хрен поймешь.
Ладно. Попробуем по-тихому. Или нам не сюда? Блин, черт, надеюсь, не сюда. Ой, точнее, блин, куда идти? А, стоп, нам же кинотеатр надо, точно. Так, собираешься вставать? Вот именно, не выйдет, приятель. Так, быстренько заходим, закрываем дверь. Фух. Ну, мы с вами живы, и это уже, знаете, довольно-таки позитивная мысль. О, еще одна винтовка. А, еще один зомби. Не, знаете, винтовки я не очень люблю, поэтому... пожалуй, пока что трогать не будем. Ух ты, еще один. Но мы успели еще. Еще один! Слушайте, что-то вас очень много. Видать, вы очень любили смотреть фильмы, поэтому в этом кинотеатре столько зомби. Так, заблокировано. Так, тут что? Тоже заблокировано. Надеюсь, хоть впереди что-нибудь. Так, тут стучится. Надеюсь, не в эту дверь. Блин, в эту дверь! Иди-ка сюда! Быстрее! Быстрее! Дерек жаждет разборки! Разборки! Так, надеюсь... далее... Мия! Блин, Дэрил так закричал, что я аж испугался. Дэрил, ты что творишь? Ты пьян. Иди домой. Так, ты... не встает. Так, ну тут вроде все, больше никого нету. Так, Мия. И где она? Собственно, так дверь открывается. А ты откуда взялась? Блин, слушайте, я ее главное ударил, а ты ее даже не остановил. Не остановила тогда. Черт, и мне ХП сняла опять. Похоже на тех, с кем ходил скаут. Мия? Так, молоток у нас уже и так есть. Хм, тут не густо. Так и где она? Тут далее заперто. Так, посмотрим, какие тут премьеры в последнее время у нас. Значит, какой-то неизвестный мне фильм. Лего Гладиатор. Обязательно схожу, ведь там играет знаменитый тот Щинкл, или как его там. Ну, в общем, известный. Так, больше никого здесь нету. Странно. О! А это часом не она? Ну-ка. О, нет, не стреляй! Да, это она, походу. Эй! Да, это она, все. Отлично, нашли ее наконец-то. Как она успела быстро дверь закрыть? Или... да, не, вроде нету ее больше тут. Ну ладно, постучимся в дверь. Оставь меня в покое, придурок. Я не тот придурок, которого ты боишься. И кто же ты тогда? Кто-то другой. Видишь? Это не я. Скаут попросил меня прийти и проведать тебя. Ты знаешь Скаут? Она послала тебя? Ага. Она на другой стороне улицы, в закусочной. Ой, слава богу, я думал, это тот стрелок. Каждый раз, когда я усовываю голову, он обстреливает меня. Я потеряла все снаряжение. Теперь я в ловушке. Кинотеатр закрыт наглухо после того, как они начали складывать там трупы. Выход заблокирован, и там внизу. Здесь пол лестницы опущена. Расчисти путь, и я смогу вернуться к Скаут. Так и сделаем. Мне все равно нужно добраться до полицейского участка, чтобы вызвать брата. Полицейский участок? Но ведь там засел убийца. Ты думаешь, твой брат еще жив? Ага, есть такое подозрение. Так, давайте-ка осмотрим это место. Но сначала закроем дверь. Нам нужно ведь через лестницу эту идти, так? Так, ну тут слишком быстро диалоги как-то вот, можно сказать, проходят, поэтому... иногда не успеваю зачитывать. Так, что у нас тут? Так, для дробовика, неплохо. Что еще? Будь что-нибудь... кстати, сколько у нас на дробовике? Я его взял с собой? Ну-ка, я его взял с собой, нет? Блин. Смотрите, главное... какой-то, так скажем, револьвер даже второй взял. А вот насчет дробовика не подумал. Ну, будет это мне потом. Так, аккуратно, кинотеатр. Черт. Отойдем, пожалуй. Так, один согрелся на меня, что ли? Ой-ой, тихо. О, тихо. Смотрите-ка. Сейчас можем его... I can do it! Фак, я не могу это сделать. Что? Что? Искусственный интеллект, ты пьян, иди домой. Так, искусственный интеллект.
Не дави на меня своим интеллектом. Так, ладно, с этими справились. Так, надеюсь, тут не будет такого же этого хаоса, как было до этого пару минут назад. Так, один идет уже. Только стоило на время посмотреть. Так, иди-ка сюда. Вот так вот. Еще одна идет. Ну же. Блин, там еще один чувак. Это уже проблематично. И что, вы все прям на меня? А, ладно. По крайней мере, один там на меня где-то шел. Так, елки-палки. Вот черт. Ладно. Наверное, сейчас вот тут придется огнестрелом воспользоваться. Вот черт, кого-то еще там приманил. Зато двоих, гляньте-ка. Так, больше никто не идет. На всякий случай, давайте-ка для верности перезарядимся. Потому что я не хочу, чтобы у меня тут на всякий пожарный пустовал, так скажем. Стоп, я не понял, а где мой дробовик? Ну, точнее, двухстволка. Куда она делась? Блин. Это трындец, ребята. Так, что еще? Пистолетный патрон. Слушайте, а здесь вот есть чем поживиться. Так, кто это там на меня? Ну, милая леди, которая совсем не милая, черт тебя! Блин. Стоило замахнуться, называется. Блин, показал, что это паёк. Черт, если тут нет пайка, а у меня их-то три штуки осталось, то все. О! Хе, стоило сказать паёк и сразу. Так, отлично. Ну, по крайней мере, теперь можно не бояться. Кстати, давайте сделаем, так скажем, инвентаризацию. Значит, два спортивных напитка и три сухих пайка. Ладно, еще кое-как, но прожить можем. Надеюсь. Так, больше ничего здесь нету. Так, как тут... А, X. Толкаем. Все, толкнули. Найти способ миновать толпу. А какой у нас квест еще? Найти ключи для новой машины. Вы нашли Мию, она цела. Вернитесь к скаут. Давайте-ка вернемся в скаут. В принципе. Только для начала разберемся с этим ублюдком. Так, если бы еще у меня игра не лагала, что-то она вдруг резко начала лагать. Это даже странно, если честно. Так. Вот черт. Похоже, зря сделал. Ну-ка. Закройся. Так. Давайте-ка лучше попробуем через другой ход проникнуть. Потому что мне кажется, что это не очень хорошая идея. Идти туда. Там мы согрели столько зомби. А что, больше нельзя залезть? А, не, можно. Фух, я уже испугался. Так, а где девушка-то? Похоже, она исчезла. Испарилась, улетучилась. Я не знаю, что с ней стало. Но явно она была не в себе. Ладно. Надо как-то найти другой путь. Более безопасный. Так. Как мы, кстати, вошли сюда? Может, так и проникнуть? Точнее, войти в закусочную назад. Ох, не нравится мне все это дело. Так, ну тут одна зомбиха. Нет. Ой, нет. Ой, нет. Бежим. Так, дверь, дверь, дверь. Да, я вернулся, и твоя подруга в порядке. Так что отдай мне сумку. Вот уродина, а. Блин, а тут еще дверь открыта. Надо ее закрыть. Пока не поздно, пока не поздно. Все, закрыли. Так. Странно, ее вроде там нету. Действительно. Может, она заперлась там? О, ты лживая, эгоистичная сучка! Так. Ну, они явно не там. И письмо от скаут. Но стало хуже, ковбой. Мы поедем в мемориальный госпиталь. Лагерям выжившим припасы нужны больше, чем тебе, извини. Забирай любую машину, мы приехали на трех, я могу оставить тебе одну. Мне тебе пригодится. Эта книга для нее, но тебе тоже не помешало бы прочесть. Скаут, это подлое. Ух, она у меня свое получит. Так, а вот и ключи. Отлично, мы с вами еще выполнили квест найти новую машину. Так, опаньки. А вот это я, пожалуй, возьму, ребята, это мачете. Все, с мачете, ребята, будет немного безопасней. Так, только у меня что-то со звуками. Ну, наверное, игра подлагивает вот эти звуки. Ребят, а вы посмотрите-ка. Она одна там?
Так, если одна, то впускаем. Заходи, не стесняйся. Проходи в мой дом. А вот фигушки, это не мой дом. Оу! Смотрите, ну, расчлененка тут кое-какая, но присутствует. Это радует. Это не может просто не радовать. Так, быстренько проскакиваем мимо этих. Так, закрываем. Так, сколько записываем? О, блин, уже полчаса. Слушайте, уже больше, чем обычная часть получается. Поэтому надо как-то с этим завязывать быстрее. Так. Ну, спустимся мы тем же способом. Кстати, белки тут никакой нету. Как тут определить? Взял я белку, нет? Нет, тут никаких вещей даже не собрал. Белка и стрелка. Нету ее тут? Увы. Так, здесь внизу. Надеюсь, больше зомби не осталось, потому что они тут любят, я заметил, спавниться. Просто так. Так, не, не заспавнили. Ну, слава богу. Ну, знаете, хоть чем-то удружили. Так, на всякий случай фонарик выключим, потому что на выходе кто-то был. Оу! Слушайте, знаете что? Смотрите-ка на это, на эту картинку, а. Отходим. Ой, закрыть! Закрыть! Смотрите-ка, ну это затуп, конечно. Смотрите, вроде бы и всех согрели сюда, с одной стороны. Слушай, о! Так я так смогу легко пройти. Круто. Здесь, конечно, какой-нибудь хер не откроет сейчас. Блин, нет, ребята, не лишайте меня возможности получить халявные фраги. Конечно, мне за это никакую ачивку не дадут. Но все же. Оу! Их уже больше стало. Но, слава богу, они не такие умные сейчас. Я почти всех убил. Hell yeah! Слушайте, ну мне это понравилось, конечно. Так, блин, залазь быстрее, Дарил. Так, а вот и копский участок. Надеюсь, сейчас без проблем пройдем. Так, еще бы, если, как я и говорил, без подлагиваний, вообще было просто супер-супер-пупер. Так, это встанет, наверное, я уверен. Сейчас осталось этого ублюдка замаслать. Да, блин! Нет, не убейте! Так, быстрее хилку. Дэрил, жри! А чего вас так много стало? Ой, блин, беги, Дэрил, Дэрил. Одна хп. Одна мизерная хп. Черт, ребята, знаете, что я насчет этого думаю? Что всех их мне не замасвать, поэтому... Быстренько сейчас. Раз. Последнего так вот добьем. Быстренько теперь прячемся в дверь. Пока еще другие не пришли. Мэрл! Черт, тут один. Ну, в здании-то шуметь не будем. Здание это замкнутое помещение. А тут любой шум будет слышен. Поэтому быстренько сейчас хватаем мачете. Сволочь. Ты эдакая, а? Так, надо было все-таки того чувака хоть как-то за едой послать. Потому что у меня уже последний паёк остается. Так, тут больше ничего не валяется. Надо проглядеть, потому что это полицейский участок. В конце-то концов. Диксон! Эй, Мэрл! Черт. Туда лучше не идти вообще. Потому что, как вы сами видели. Так, больше... Больше никого, надеюсь? Комната для посетителей, что ли? О, ты ж ёлки! Вы прям читайте мои молитвы, ребята. Так, ты не встанешь там. Смотрите, как он руку так приподнял. Как будто вот специально знал, что мы сейчас... Что это, двухстволка? А, у нас она уже есть. Ну, точнее, не она у нас уже есть, а у нас, так скажем, перегруз. Давайте-ка, кстати, выбросим что-нибудь. Ну, свинцовую трубу уже можно выбрасывать, потому что у нас есть мачете. И оно примерно такое же по характеристике, как и труба, но мачете оно хотя бы может рубить. Так что, извини-ка. Так, и заберем двухстволку. Вот так. Ну, двухстволка, если что, мы ее выбросим потом. Потому что у нас еще одна вроде как была, но... Так, я эту дверь открывать не буду. Там явно что-то нехорошее творится. Что там? Оу! Закрой! Закрой! Твою мать! Уроды, ну... Слушайте, мне уже это надоело. Я бы сейчас даже часть завершил.
Кстати, было бы неплохо. Так, одного. Все, вот так справились с ними. Ну и где же король монстров? Знать бы мне, где он. Так, ну вряд ли здесь. Здесь я лучше по стелсу пройду как-нибудь. Хотя куда уже стелс? Я тут, блин, нашумел. Изрядно. Так, здесь больше ничего нету. Ни белочек, ни... А, не, есть пистолетные патроны. Спасибо вам, ребята, за заботу. За ваши пистолетные... Ой, пистолетные патроны, пистоленные, блин. Как только еще их не обзывал. Так, тут... Тут тихо пока что. Ох, держите меня с севера. Оп, отлично. Ну и тут у нас... Ну же, Мэрл, где ты прячешься? Так, их много. Точнее, ну немного, их двое всего лишь. Но даже двое могут нанести немало неприятностей. Так, и... Прям вовремя появилась. За это она получила полное отсечение головы. Мэрл, естественно, среди обитания. Мэрл, блин. Чокнутый сукин сын. И куда же он ушел? Я не знаю, куда он ушел. Ему уже с вами, наверное... Я не знаю, сколько уже записываем долго. Так, это соберем. Тут в комнатке есть кто? В комнатке никого, только... Но у нас уже, правда, заполнен инвентарь, поэтому давайте-ка пойдем наверх. Закрываем. Вот черт, а! Вот так вот. Так, мне показалось, что это пайки. Черт возьми. Так, надеюсь, на лестнице никого. Хотя тут кровь. Явный плохой признак того, что тут кто-то есть. Мой брат чокнутый снайпер-убийца. А, вот! Вот так вот. Так, ну что ж. А, о, это же выход с уровня означает. Так значит, ну ладно. Ну что ж, поехали. О, нет! Подкрадываемся, а? Не-не-не, вам туда никогда меня не забрать. Эх, хватит, Мэрл, это же я. Мэрл, как же подло притворяться чьим-то пропавшим младшим братом. Вы просто пытаетесь проникнуть сюда. Вот что вы делаете. Черт, Мэрл, я тебя здесь просто брошу нахрен. Ну, придержи штанишки, сладенький. Я тут капитально копался. Так, ну что ж, привет, Мэрл. Они закрывали меня на целые дни в темноте с этими выродками. Но гляньте-ка, кто оказался чуточку умнее их. Брат, ты просто перегрелся на солнце. Или одурел от буквально еще от чего-то. Теперь ты когда сказал мне об этом, то да. Мне немного жарко. Сам себя освободил, понимаешь? Окопался прямо здесь и начал паковать этих... солдатиков. Врубай сигнализации, приманю выродков. Там внизу не солдаты, там просто собиратели, пытающиеся помочь людям. Они даже не знают, кто ты. Они же в униформе, разве нет? И они вернулись, чтобы утащить меня обратно в дыру. Я не собираюсь никуда, кроме как к Джейку, и именно туда ты меня отведешь. Погнали. Пошли, обезьяна. Похоже, мне придется тащить на себе твою толстую жопу через весь город. Ты, наверное, даже ешь со скоростью ракет. Мое кресло! Да, оно будет тут, когда мы вернемся. Да. Ну, его брат, как всегда, в его естественной среде. Так, значит, Мия Парк входит в группу, и небольшой седан обнаружен. Так, ну, вещей мы не нашли с вами. И Уоррен остается у машины. Не знаю, так, внедорожник уже не подходит. О, зато мы можем небольшой седан взять. И тут как раз у нас еще один выживший поместится. Неплохо. Забираем машину. Переходим к карте. Так, где там кнопка эта? Вот она. Так. Значит, Клиберн. Не знаю даже. Давайте в Волк-Ю поедем. В принципе, там эта скаут говорила, что... Вроде как она туда направляется. Если что, можем ей отомстить. Так, ну, можно по шоссе поехать. Потому что у нас и времени нет особо. Но потратим много бензина. Ну, не знаю. Ладно, давайте-ка уж поедем через шоссе.
Так, ну этот звук... Если они не говорят, значит мы с вами рано или поздно остановимся. Что... Чего мне, собственно, и не хотелось. Так, значит, бензин либо кончится, либо какая-нибудь... Так, слышно где-то впереди зомби, атакующего выжившего. Так, игнорировать выжившего, либо останется помочь. Помочь, не помочь, не знаю, ребята. Давайте-ка я им помогу, но не на записи уже, потому что времени действительно нет. И увидимся с вами в следующей части. А пока что с вами был я, Глеб. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.